Рахматулла. Это вот мой друг тоже. Он из рода Бена. Вот, он сам расскажет про свой род. Вот. Да, Бену были воины. 10-20 наибов. А есть племена, рода, которые один даже не имеет наиба. Ну, это просто не мы такие. Аллах нас любит, поэтому дали вас биной. Шатурский биной. Есть даже Дежурстовский, есть Потерику, есть Курус Бастане, большой район Биноевский. Есть Атаки и так далее. А Биной центральный, там их вообще, по-моему, 12 там, эти места. И так далее. Главное, надо быть богобоязным мусульманам. Один наш хафиз Корана говорит, там не обязательно мусульман. Все верующие люди, братья, туда ходят. Не воруй, не убей, не пролебедяни. Нет. И мзду не бери, по-русски говоря, это взятку не бери, значит, в переводе. Вот этот соблюдающий, он не обязательно мусульман. И русский может быть, и еврей может быть. Дай Аллах, чтобы у нас дружба мир был. Что нам били? Да. Аллах Акбар. Аллаху Акбар.